Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, девчонки и мальчишки! Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Всем-всем добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике песни! И первым делом нам нужно создать праздничную атмосферу! Ничего нет проще! Фанфары и аплодисменты зрителей подойдут? Сойдет! Рады приветствовать участников праздника! 49-я школа! Здравствуйте, дорогие гости школы номер 13. Сегодня мы очень рады, что вы пришли к нам в гости, просто пришли попеть песни и поучаствовать в очень интересном мероприятии, которое посвящено очень красивой дате. Какой дате? Кто мне подскажет? Молодцы! Наше мероприятие музыкальное посвящено очень интересной, красивой дате. 90 лет нашему родному, любимому городу. И сегодня вас встречает, я с ней познакомлю вас, Ирина Александровна Матросова. Ему исполняется 90 лет. Магнитогорск, часть России. Для исполнения гимна Российской Федерации прошу всех встать. Поэтому нас интересуют их судьбы. Теперь мы знаем, что Магнитка
в надежных руках. 31 мая 2011 года городское собрание депутатов города Магнитогорска утвердило в качестве гимна песню «Магнитка» Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Для исполнения гимна нашего города попрошу всех встать.
маня за собой далеко-далеко. Здесь рядом сегодня сотни ребят верят в мечту. И на душе так легко. И кружится-кружится наша планета. Ладонями солнца она обогрета. И греют ее намного теплей улыбки и смех очень многих детей. Ведь правда, друзья, хорошо на планете, когда на планете хозяева – дети. Здесь верят волшебству, здесь дружат с чудесами, здесь сказки наяву приходят в гости сами. Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно. Под парусом мечты летит планета детства. Для исполнения песни «Улица мира» приглашается 5-й Г-класс и все остальные участники праздника. И «Надежду» пришлось исполнить еще и на бис. Ну а для космонавтов эта песня стала неким талисманом. Слушать ее перед полетом – это уже давно добрая и устойчивая традиция в космическом городке. А сегодня мы с вами прослушаем эту песню в исполнении учеников 56-й школы.
Фары. Магнитка Магнитогорская. Улица под названием Магнитогорская имеется во многих городах. И в России, и за рубежом, например, в Праге, в Чехии. Самая длинная улица города Кирова, а самая первая – Пионерская. Магнитогорск является одним из 12 населенных пунктов в мире, расположенных в двух частях света. Река Урал протекает через Магнитогорск и делит его на две части. В 1935 году началось строительство моста, ныне называемого Центральным переходом. И вот в конце 48 года Центральный мост, Центральный переход был открыт для автомобильного движения. В начале 49 года по мосту пробежал первый трамвай. На Центральном переходе назначали свидания, совершали прогулки. Центральный переход – самый протяженный вдоль Урала. Родной Центральный переход. Стелы – граница Европы и Азии. Впереди остановка – пятая проходная. Приятное начало дня. Магнитогорские авторы Юферев и Рябчич сочинили песню, которую мы прослушаем в исполнении 5-го В-класса. Встречайте! Центральный переход! Магнитогорск. Люблю тебя. В исполнении учеников 58 и 49 школы. Наш подвиг, гордость, радость и успех. В любви к тебе источник вдохновения. Своя для каждого и общая для всех. Я в фотографиях тебя перелистаю. В стихах и песнях воспою твой след. Дышу тобой, живу тобой и знаю, что лучше города на этом свете нет. Золотые костры Магнитки. Борис Ручьев. Yeah.
я предлагаю исполнить песню фестивальную. Пожалуйста, по 3 представителя от каждой школы пройдите на сцену для исполнения фестивальной. Приглашаем вас к себе в 58-ю школу, всегда будем счастливы. Ребята, скажем всем дружно, огромное